Доброе утро всем. Начало новой рабочей недели. Понедельник. На этой неделе закончим этот домик. Закончим, может, в среду какую. Ну, смотря как дожди, обещают дожди. Но у нас там что, под крышей есть делать, так что там сильно они нам мешать не будут. Вот полили дожди на выходных, так трава зеленеть начала, а то уже желтая была вся. Не было, наверное, месяц дождей у нас. Сейчас вот полило на выходных. Хорошо. Так вот, приедем. Будем сегодня армировать. Шпаклевать. Поворот тут такой интересный. Шпаклевать и так далее. Следующий объект у нас будет интересный. Клинкер будем целый дом клеить большой. Там уже подготовлено. Где-то под 300 квадратов так. Более-менее такое что-то разнообразие будет, а то это все поклейка, армировка почти одно и то же. Что такие вот дела. Так начнем, не знаю, ну, если все нормально, в четверг уже переедем на новый объект. Ну, ерундой занимаюсь, станок уже, струну вывезли, надо вот колонну двоечкой поклеить, чтоб стой сошлась, дворцом они сходятся. Так приходится вот пилой играться, выпиливать. Думали, уже ничего резать не надо будет, так на прошлой неделе вырезали. Ничего, вырежу. Ну, закончил я с поклейкой колонн. Только с двух сторон вот это вот, допустим. Тут с трех сторон. Тут везде одинаково, 25. Вот, пришлось равнять. Только две стороны везде. Сейчас продую. По краям, чтобы быстрее высохло. Углы сейчас привезут, армировочный клей довезут. Буду ставить углы на эти колонны, армировать их. Ребята пойдут последние две стенки, откосы доделают. И тоже будут армировать эти две стенки. Сегодня вроде дождь обещает после обеда, так шпаклевать не полезем сегодня. Завтра тогда весь дом перешпаклюем. Будет готово. Где 25 получилось. Там больше, там 35. Ребята тоже здесь углы поставили. Сейчас на последней стенке ставят углы и пойдут вот сюда армировать. Сегодня все заармируем, будет приготовлено завтра поклевать.
две колонны сделал, углы поставил, заармировал со всех сторон до конца. Еще осталось 4 доделать. Ну, доделаю сегодня. Фигушки, хотел там телефон положить. Фигушки. Последняя стенка. Весь дом полностью заармирован. Ну, правда, еще пару колонн осталось. 3 штучки. 3 заармированы. Последняя колонна, полностью весь дом заармирован, все колонны, все заармировано. Это уже с отходов, уже с мусора сетку вытаскивали, которую выкидывали. Ну что, вообще ничего нету, ничего не осталось. Это уже ради 2-3 квадратов заказывать и ждать. Покопались, нашли еще кусочков. Тем более на кирпиче, то тут и так мертво будет. Сопли только почистить, шпаклевать их со всех сторон не будем. Сопли почистим, загрунтуем, положим декор.
они ровненькие получились. Полностью все с кирпича. Кирпич не пробивает, проверено. Толстый слой армовки и не пробивает. Не раз так делали. Даже гараж целый делали, и не один гараж с кирпича. Сразу армировали, декор ложили. И нормально, не выбивает швов. Главное толсто армировать, толстома. Если шпацелем наложить миллиметр, то и все швы будут кирпича видны. Так что мотайте на ус, используйте только гребенку. Ну вот, все заармировано, все готово. Завтра будем шпаклевать целый день. Еще и цоколь перешпаклеваем, потому что не мы его армировали. На нем мозаика будет. Надо покрасивее и поровнее сделать. И тут будет темненький декор. Вот все эти колонны, парапеты вокруг дома. Все это будет в темном декоре. Завтра цвет покажу, сегодня уже ленюсь открывать. Всем пока, до завтра.